Бонжорно. Сегодня я расскажу, как создать свой сервер на телефоне, имея только 4 приложения. Заваривай чай, погнали! Но я уверен, что каждый хотел поиграть с друзьями, не просто там какое-то дефолтное выживание, прям Skywars, Bedwars и так далее, на каком-то прикольном сервере. Но не все серверы хорошие, большинство серверов лагучие и слишком непонятные. Итак, вам понадобятся вот эти 4 приложения, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Вот эти приложения, их всех можно найти в Play Market, все без вирусов, все хорошо. Итак, сперва мы заходим в Minecraft, создаем мир, название желательно сделать разноцветным. Так, стоп, я на телефоне не могу сделать почему-то разноцветные слова. Я оставлю ссылку в описании на видео, как же это реально сделать. Пишем название сервера. Теперь мы включаем творческий режим. Ставим самую минимальную сложность. Делаем себя оператором. Обязательно ставим координаты. В будущем это понадобится. Ну, а также можно добавить Education Edition, но это по желанию. Все, создаем мир. Итак, после того, как вы создали мир, вы заходите в приложение постройки Minecraft. Суть приложения – то, что вы ищете разные постройки для сервера. То есть вы просто пишете «для сервера». И вот тут есть украшения, спавны для сервера. Также здесь нужно скачивать карты для мини-игр. А, да, забыл сказать, для чего же нужны командные блоки, чтобы прописывать команды для сервера, например, TP, SpawnPoint и так далее. Все нужные команды я оставлю в описании. Итак, следующее приложение – Shaders Mod. В этом приложении вы можете скачать красивые шейдеры для вашего сервера. Кстати, убедитесь, что шейдеры хорошие, потому что если шейдеры будут плохие, они не у всех будут, и из-за этого будут очень сильно лагать. Ну а так, все шейдеры хорошие, все работает. Следующее приложение – Mind Maps. Это приложение будет не слишком полезное, потому что это приложение по дефолту просто карты. Но если вам нужна красивая локация, то можете установить какую-то там карту. Ну и последнее, очень полезное приложение – Addons. Ну вы уже и сами поняли, для чего это приложение. Но если вы не знаете, то в этом приложении можно взять, ну, якобы моды, но это не моды. То есть смотрите, это перекрашенный предмет, который существует в Майнкрафте. В общем, сложно, но самое главное, что в этом приложении можно скачать летающий текст, который есть на всех серверах. Ну также в этом приложении можно скачать шейдеры, карты и так далее. Ну и последнее, как поставить картинку на свой сервер. И я не знаю, как это сделать. Ну, я знаю, просто у меня это также не работает. Я оставлю ссылку в описании на видео, как это сделать. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Вся важная информация есть в описании. Всем удачи, аривидерчи. I'm